Где ты была, Атике? Ты не была и в Вакфе. Валиде, узнав, очень сильно разозлится. Я была на рынке. Решила немного пройтись и подышать воздухом. Это преступление. Кого ты обманываешь, Атике? Что за дела ты проворачиваешь? Или у тебя есть тайный возлюбленный? Да, есть. И кто же? Неважно кто. Тебя это не касается. Не смей делать ошибочных поступков, смущая нас после. Не буду. Чтобы осчастливить всех вас, выйду за Пашу, которого вы выберете, и буду несчастна до последних своих дней. Точно так же, как и ты. Войди. Султанша. Чем думать и рассуждать с собой? Я пришла поговорить. Должно быть объяснение у того, что было сегодня утром. Эстер Хатун и ты. Вы хотите, чтобы я объяснился? Я не имею сомнений в тебе, Силахтар. Ведь я уверена, что ты не совершишь ошибки. Но неверно будет то, что ты отправляешься в дом Эстер, который является вдовой. Султанша, прошу прощения, но неуместно и наше уединение с вами. Ведь вы не замужняя султанша. В таком случае возьми меня в жены. Султанша, если я и выйду за кого-то, то это будешь ты. Ты, Силахтар. Никто другой. Я не буду ни с кем, кроме тебя. Это трудно, верно? Но я согласна. Сначала все будут против, но уж позднее согласятся. Они поверят в нашу любовь. И мы уединимся друг с другом. Султанша. Подумай об этом. И мы вновь поговорим.